Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас на обзоре один из самых доступных на рынке 2D сканеров DigiForce Scan 2050 2D Cable. Поставляется он в обычной серой коробке. Бурокартон. Комплектация. Смотрим. Более чем скромная. Это, собственно, сам сканер и инструкция. Все. В коробке больше ничего нет. Сканер проводной. Давайте подключим. Работать должен. И работает сразу при подключении. Все, пикнул, заработал. Важный момент, очень важный момент. Для того, чтобы сканер работал с маркировкой табака, нам нужно на последней странице есть настроечные штрих-коды для сканера. Нам нужно отсканировать один раз штрих-код для работы вот с инверсными штрих-кодами. Открываем и один раз сканируем все. После этого сканер умеет считывать датаматриксы у табачных изделий. Сканер пикнул, готов к работе. Ну и проверим, как он считывает коды. Все, мы видим результат, протестировано, все совпало. Сканер прочитал. Так, но на сигаретах штрих-коды намного меньше. Так, я здесь припас одну пачку. Давайте посмотрим, как он с ними справится. Для этого можно просто открыть блокнот и посмотреть, будет ли он считывать, что он будет считывать. Угу, есть. Повернем другой стороной. Под углом попробуем считать. Мы видим, что некоторые сложности есть у сканера, но не сказать, что он как-то пасует перед этими кодами, считывает без ошибок. Все коды мы видим считаны одинаковые, считывает быстро. Ну и давайте посмотрим, как он считывает с экрана. Наберем в Google картинки Data Matrix код. Так. Вот. И вот здесь разные штрих-коды. Попробуем считывает отлично с экрана все штрих-коды. Так, ну вот такой сканер штрих-кодов DigiForce Scan 2050 2D Cable, проводной интерфейс USB, очень доступны, но при этом качественное решение для сканирования штрих-кодов как одномерных, так и двумерных. Спасибо всем за внимание. Все сканеры в наличии у нас на складе. Обращайтесь, звоните, пишите.